Потрясающий комментарий не содержит в себе вопроса. Слабонервным любителям жаловаться на жизнь прошу не досматривать до конца. Окей. Уходила много раз и опять рядом с ним. У меня вопрос. Вы хвастаетесь? Это вы сейчас хвастаетесь? Смотрите, если на пальцах объяснять, мозг очень сложно устроен, но в принципе можно говорить о двух основных отделах – палеокортекс и неокортекс. Палеокортекс – это наш древний мозг, там, где все наши инстинкты, привычки, автоматические мысли и действия. Все это зависит от палеокортекса. Основная задача лимбической системы, древнего мозга, как угодно называйте, основная задача – сделать так, чтобы вы были в достаточно безопасном месте, никуда не стремились, ничего не меняли, но главное, чтобы мозг оставался живым и жизнь сохранялась. То есть едим, спим, размножаемся, ходим в туалет. А есть неокортекс – это новая кора головного мозга, и там иногда у вас зарождается мысль. Иногда эта мысль бывает здравая. Может быть, мне уйти? Мне, наверное, надо уйти, потому что все-таки я же понимаю, что он делает какие-то ужасные вещи. И вы знаете, что он будет вас обесценивать, что он будет сравнивать, что он будет вас заставлять ревновать, что он будет вас обижать, что он будет вас игнорить, что он будет вас наказывать вот этим молчанием. Вы будете испытывать все эти ужасные чувства. Но дело в том, что если представить эти отношения в виде какого-то шара, и как за пределы этого шара выбраться, там за этим шаром есть жизнь. Но для того, чтобы в эту жизнь попасть, нужно использовать очень много самодисциплины, самоконтроля, ресурсов, силы воли. Для этого еще нужно знать, чего вы хотите, что вы из себя представляете, не сомневаться в себе, не иметь установок, ограничивающих убеждений, сомнений и всего остального. Это затрачивает огромное количество энергии. Эту энергию мы можем потратить только через силу, больше никак. Поэтому намного проще впадать в жертву, обвинять всех вокруг, рассказывать мои любимые истории про детей, отсутствие работы, слабость, страх и все остальное. На это идет меньше энергии, чем на то, чтобы стараться. Ай, блядь, как же вы залюбили со своей энергией, блядь. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Не, я понимаю, что как бы им же надо как-то зарабатывать, понимаете, чтобы там коучи, там гипнокоучи, блядь, таралогини, сракологини там и так далее, да, давалологини, короче, и лапкологини, ребята, там куча разновидностей, между прочим, да. А можно было бы гораздо проще мне объяснить, если она уходит миллион раз и миллион раз возвращается, значит хорошо ебет. Плохо бы ебал бы, ушла бы, больше не возвращалась бы. Ребята, ну это же правда жизни, и чаечки это знают, все это знают. Будет хорошо ебать. Будет терпеть и пьянки, и абьюз, и пизделку, и все будет терпеть, покуда хорошо и покуда будет течь. Перестала течь, пошла течь в другое место. Природа чаечек. Запоминаем.